Ваш бизнес дурно пахнет и мешает нам жить. Жители поселка Горышкино Одинцовского района Подмосковья жалуются на нового соседа. Бизнесмен Сергей Панин приобрел там участок по документам для ведения подсобного хозяйства, но местные утверждают, что на самом деле там база для ассенизаторских машин и их содержимого. В общем, дышать в поселке нечем. С ассенизаторных машин они же неплотно закрываются. То есть с них капает все фекалии. Все это стекает в сторону реки Веземки. Вот здесь вот проходит река Веземка. Стоит запах невыносимый. И вот сегодня утром инициативная группа товарищей пришла поговорить с работниками и владельцем. Хозяина застать на месте не удалось. Но его помощник уверил, что никаких стоков в реку с участка нет. Но капает немножко из переполненных цистерн. Фекалии, они, да, рабочие машины. Они приезжают, встали и стоят, как бы, ну, никто не занимается так, чтобы... Ну, вот пройти, вот даже, опять же, вот мусорная машина стоит, она тоже не ездит. Я не знаю даже, что показывает. Просто люди пишут, что тут стоит перерабатывающий завод по мусору, ну, отсортировка мусора, еще чего-то. Мы сделали какие-то трубы, сливаемся в Веземку. Ну, машины приехали, поставили, ушли, все. Никто не сливается, ничего не перерабатывает, ничего этого не делает. Нам остается только довериться обонянию местных жителей. Пройдя все круги инстанции, они дошли до прокуратуры. Ждем реакции.